сумерки. Удаленные сцены. Эдвард, она не одна из нас. Послушай. Эдвард, она не одна из нас. Мне впервые приснился Эдвард Каллен. Белла, твой срок пришел, когда я встретил тебя. Белла, тебе больше не стоит одной бродить по лесу, по крайней мере, без меня. Думаешь, не могу за себя постоять? Знаю, что не можешь. И иной раз не от меня исходит главная опасность. Уиллана убили другие вампиры? Будь осторожнее в словах. Может, мой срок пришел, когда на меня летел тот фургон? И я просто обманывала судьбу? Белла, твой срок пришел, когда я встретил тебя. Хочешь попробовать на вкус? Да. Какие вы люди хрупкие. Люди снова болтают о Каллинах. Так ты здесь все время ешь? Ну да. Здесь неплохо. Я умею готовить. Дома я всегда готовила. Мама в этом была не сильна. Я помню. Подгоревшие бифштексы. Подгоревшие бифштексы. Как в школе? С кем-нибудь познакомилась? Да, с парой человек. Ты знаешь семью Каллинов? Да, что? Люди снова о них болтают? Да, вроде того. Так вот, кто твои новые приятели. Слушай, Каллины всегда были милы. Здешние должны бы быть рады, что такие, как доктор Каллен, работают в больнице. У него хорошая жена, а от его детей никаких проблем. Не то, что от прочих местных засранцев. Да. В общем, не бери в голову. Ты не представляешь, как это мучает меня.
Я не прощу себе, если причиню тебе вред. Ты не представляешь, как это мучает меня. Я скорее умру, чем потеряю тебя. Не читай мысли Чарли. Твой отец думает, что бейсбол — это предлог. Так нечестно. Не читай мысли Чарли. С каких пор вампиры любят бейсбол? Это часть американской истории. К тому же, скоро гроза. В грозу мы и играем. Увидишь, почему. Садись в машину. Обожаю, когда мужчины преследуют меня. Я увела след. Но завтра будет еще один. Обожаю, когда мужчины преследуют меня. Yeah.